Четверг в Самарской области облачно, преимущественно без осадков. 0 плюс 2 градуса днем, ночью 2-4 с минусом. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. Днем плюс 1, ночью 2 с минусом. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи, снег, днем плюс 1, ночью 2, ниже 0, ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, плюс 1 в дневное время, ночью минус 2 градуса. Восточный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.